Всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Ментор Рояль. И уж давненько как-то не было развитий голым соло. И поэтому сегодня будем выживать именно так, и сразу на пятой карте. Надеюсь, оно у нас с вами получится. Ну а вам, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже 184 500 человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще не раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. В игру завезли новый Royal Pass, а UC совсем не хватает. Это больше не проблема, ведь на сайте FunPay UC можно купить настолько выгодно, что даже в официальном магазине тебе точно начнут завидовать. Ведь там нереально вкусные цены. А как это сделать, сейчас я вам покажу и даже расскажу. Заходим на сайт FunPay, в разделе поиска ищем нужную для нас игру, именно PUBG Mobile, потом в UC-шке, и мне лично надо 1800, и ставим галочку продавцу онлайн. А дальше максимально простая схема. Выбираем любой для вас удобный способ оплаты, заранее зарегавшись, даже через ВК можно зайти, и ждем выполнения заказа, а только после этого отправляем деньги, а это значит, что все максимально безопасно. Ну вот, UC-шки уже на аккаунте, а это значит, наконец-то я себе могу позволить купить новенький Royal Pass, а самое главное, все очень-очень выгодно. Ведь на самом деле, FunPay — это не просто сотни тысяч довольных клиентов и миллионы выполненных заказов, а еще это реальная экономия твоих же денег, особенно в такой непростой ситуации, когда через официальный магазин донатить нельзя, да и в принципе дорого, а вот FunPay с этим вам максимально поможет, еще и сэкономит ваши деньги. Так что, если ты собираешься затариваться UC-шками, то это надо делать только там. Ну а вам приятных покупок, а мы продолжаем. Надеюсь, сейчас получится нормально забрать первого паренечка. И в идеале, хотя бы четвертый, либо же пятый броник выбить. А то как-то бегать во втором, что он есть, что его нету, вообще толку ноль. О, а вот, по-моему, кстати, и первый парнишка. И он тоже голый. Да, не густо. И самое стрёмное, это то, что он уже успел пострелять по кому-то. А я даже не знаю по кому. Капец. То есть чисто технически, сейчас даже его залутать будет трудно. Вот чё, второй парнишка ниоткуда не вылазит. Мне бы так-то по-быстрому его залутать и развернуться, вернуться на босса. Потому что пока что там чересчур тихо. То глядишь, хоть не с него выбьем, так хотя бы с войска хоть что-то поднимем. Ладно, была не была. Надеюсь, меня тут случайно никто не закроет. Хотя, если учесть то, что он голый, возможно, что-нибудь классное из оружия выпадет. Но он же как-то прошел стоимость 300. Такс, и он у нас фиолетовый. Да. То чувство, когда ты во втором бронике выбиваешь из первого же паренечка точно такой же второй броник, который явно его не очень-то и спас. Ладно, будем в сторону босса двигаться. Надо хотя бы его забрать. Погнали. Хуже уже не будет. И бац, 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 брить. Бывают плохие дни, когда все теряешь. Но зато можно все восстановить. Магазин Metro Market. Блять. А в стороне босса-то уже что-то интересное происходит? Прям только что кто-то по кому-то одиночными работал с МКХи. И, по-моему, я знаю, кто это. В смысле он не помер? Так, готов. И по ходу дела, я не один по нему зажимать начал. Блин, хоть бы этот парень сразу побежал его лутать. Это ж тогда изи 2 килла получится. Потому что этого точно я добил. Так. И второй туда же. Все, две фуловые шестерки. Надеюсь, хотя бы с одной из них хоть что-то да выпадет. И самое главное, чтобы это была не сумка. Розовый и фиолетовый? Серьезно? Два фуловых шестых типа? А с них куча расходников, МКХ и сумка. Четвертая. Да. Вот что-то мне подсказывает, что развитие голым соло обещает быть успешным. Прям на все 1000%. Какой это уже по счету парень? Третий или четвертый? По идее, третий парень
А лута-то нету. Одна имкаха улучшенная. И то она в довольно-таки странном обвесе. Чего? Он в углу засел? Ну, высунь голову. Хотя бы чуть-чуть. Готов. Я ж надеюсь, хотя бы с этого может быть что-то выпадет. Иначе все. Тогда я не знаю, что делать. Вот просто, кто ставит на МКХу увеличенный, но не быстросъемный магазин? Так. И тут у нас... Не, конечно, МКХа вышла, это очень круто. Но опять четвертый сет. Я на пятую карту зашел? Или на четвертую? Блин, я вот сколько не развивался голым соло. Даже на третьей карте, убив столько людей, ну хотя бы один предмет брони, но падает. И здрасте. Куча разных топовых и нетоповых оружий. И всего лишь четвертый сет. Хорошо, что хотя бы это выпало. Теперь не чисто технически уже не голые. И пару попаданий можно выдержать, только не в голову. Ладно, идем до магазика, а там дальше видно будет. В идеале бы второго бойска забрать. Поехали. Вот что-то мне подсказывает, что сейчас будет весело. У нас в магазе кто-то есть, оказывается. А я бегу, по сути, без бронежилетов, но с кучей топовых оружий. И вот чего теперь делать? И вообще, как понять, кто из этих выстрелов нормальный парень? Просто как бы боты тут. Чего? Я, конечно, все понимаю. Но откуда столько выстрелов? Хотя не, я понял, откуда это все было. Походу дела, парень внизу находится, а не сверху. Ладно, тогда, значит, к нему спустимся. Забирать-то все-таки надо как-то. Ага. Понял. Бату, спасибо. Все-таки, оказывается, не меня одного боты частенько палят. Парнишка-то прям вот тут сидит. Да даже вон его голова торчит. Только вот как его забрать? Я сейчас вообще без понятия. У меня аж ни гранат, ни подстволки. Еще и перезаряжается. Готов. И, кстати, розовый. Только, скорее всего, это просто лут. А, нет, пятая каска. Уже хотя бы что-то. Только вот в идеале бы не пятую каску, а пятый броник. От него бы явно толку больше было бы. Но хотя бы за это уже спасибо. Все же лучше, чем бегать с четвертым шлемом. Теперь хотя бы никто с МКХи одной пулькой не шотнет. Ботинок готов. Сейчас быстро чекнем магазик и спокойно пойдем дальше. В смысле распродано? Не, конечно, я встречал, когда флайер не покупается. Но чтобы графический процессор не покупался, я первый раз такое вижу. Капец. Ладно, чешем до второго магазина. Может, хоть там еще что интересное будет. Самое главное... Чтобы он просто был не раскуплен хотя бы. Тогда, может быть, глядишь, двух боссиков что-нибудь да и выпадет. Даже с мелких, по сути, падает в последнее время нормально. Чё-то как-то не нравится мне то, что сзади стреляет снайпер. Да, все понял, почему там все раскуплено. Чего? Серьезно? Стальная шестерка? Вот так я заглянул в магазин. Не, ну стреляться вблизи с ним это прям вообще не вариант.
По ходу дела, сейчас надо будет отойти назад, каким-то чудом его на себя забайтить, и в этот момент, пока он бежит, попытаться его забрать. Только вот как-то делать это все довольно-таки сыкотно. Как бы две топовых МКХи, юбизишка и еще и улучшенная МКХа. Да и по мелочи патронов. Че, не? Он все еще там меня ищет? Ладно, сейчас тогда на зажим попробую. Типа, я тут убиваю боссиков. Все, а теперь ждем. И причем он даже ждать себя не заставил. Понял. Все-таки это была тоже не лучшая идея. Да, такое себе. Надеюсь, хотя бы что-то на мне осталось. Чтоб заново попробовать. Погнали. И вот почему я даже не удивлен. Осталось, по сути, ровно все то, что было на мне в той катке. Только там хотя бы второй бронежилет был. А теперь чисто сумка и МКХа. И никаких тебе подстволок и вторых бронежилетов. Ладно, будем пробовать встретить первого парнишку. А вот и он. Так, готов. Только как-то он чересчур быстро отъехал. Это либо сейчас была четверка, ну максимум какая-то пятерка. Ну типа, три попадания и помер. Мне кажется, даже пятый броник, ну на пару попаданий больше держит. Хотя сейчас подбежим и чекнем. Хоть что-то-то должны с него поднять. Фиолетовый. Понял. Походу сегодня удача явно не на моей стороне. Капец. Если в той катке еще хотя бы что-то падало, даже с голого паренечка, то тут на тебе жетончик. Один жетончик. Капец. Не, ну тогда как в той катке. Идем прорываемся на босса. Глядишь, и опять кого-нибудь получится удачно закрыть. Погнали. Либо сейчас там до сих пор никого не было, потому что тишина стоит. Либо там уже все всех закрыли и все всех залутали. Оу. А я еще и оказывается не один сюда решил сходить. И тоже голый. Чё-то явно сегодня не то с пятой карты происходит. Зато розовый. Ну, кстати, если учесть то, что, допустим, у меня нету сумки, то с этого парня хотя бы что-то выпало. А босик-то, кстати, на месте. Понял, тут до сих пор никого не было. Так что сейчас и эти зеленые патрончики потратим. Это вот сейчас парнишка в нашу сторону пойдет? Или наоборот он отсюда сваливает? Типа как бы один бот под стенкой мертвый, но сам бот живой. Либо там опять на боссе гасится кто-то, либо там никого не было. Не, точно? Вот 100% кто-то бы был, эти боты бы явно тут не стояли. Ну все, забираем тогда босика и надеемся хотя бы на пятый броник. Причем можно даже без шлема, мне и так пойдет. Чё-то какой-то странный босс сегодня. Обычно он сначала спускается, а потом молотов кидает, а сегодня наоборот. Ну а сегодня помирать уже будет, нет? Так-то я тут и отъехать могу. Готов. Да, не, сегодня не наш день. 100%. Ладно,
Тогда, значит, будем того парня встречать, который прям по таймингу зашел тогда, когда я забрал боссика и хотя бы что-то на себя нацепил. Так, и что он там ничего не делает? А, понял. Он серьезно думает, что я до сих пор там сижу? Тогда сейчас как обычно, а точнее как в той катке, отойдем и попробуем забайтить. Погнали. Надеюсь, он сейчас на это купится. Потому что чисто технически он там уже 30 секунд и абсолютно ничего не делает. Просто сидит. Так, зажимчик есть. И он сразу же в окошко вылез. Все, ждем еще один граник. И спокойно накидываем в голову. Не помер? 3 попадания в тело и 1 в голову он живет? А, и еще и сидит, отпивается энергетиками. Походу, все-таки мало хп у него осталось. Только вот не торчащая в стенке пушка мне говорит о том, что явно он уже отошел назад. Не, все, второй раз он точно не высунется в окошко. Надо еще раз менять позицию. Он сейчас по-любому сам ко мне выйдет. Поехали. Но я же говорил, он даже отбежать мне толком не дает. Прям в упоре уже. Ага. Он все промазал, и я такой же. Не, ну тут не вариант оставаться. Надо хотя бы до входа в подземку добежать. От нее хотя бы как-то можно его постараться принять. И еще раз все мимо. Типа, на этот раз обходить уже никак он не обойдет меня. Как бы я тоже уже не особо его обойти могу. Но максимум до горки добежать. Он устал со мной бегать? Не, мне конечно тоже не в привычку вот так вот постоянно удирать. Но типа, он фул 6, я фул 4. Единственный годный способ хотя бы как-то постараться ему отпор дать. Серьезно? Он аж вокруг скалы пошел? Капец. Ладно, мне в принципе отсюда тоже не так уж и далеко бежать. Так, голова плюс тело. А теперь вылететь и на характере забрать. Готов. Причем же в моменте он убил почти. И если бы не зажигательные патроны, то у него бы просто не сбился прицел, и он бы меня забрал. И еще одна высшая МКХ. Блин, вот можно в другие дни? Мне такое же везение будет на оружии. А сегодня на бронежилеты. Мне вот сейчас пушка нафиг не нужна. Мне нужен 5-й либо же 6-й броник. Ладно, сбегаем пока до магазика. Может, где-то там босик есть или же еще что-нибудь ценное. Поехали. И как ни странно, но в магазине-то еще и нормальный босик был. Только после нескольких абсолютно неудачных боссов я не думаю, что сейчас тут что-то резко поменяется, и из него выпадет там 6-й комплект, например. Хотя один раз я с него выбивал из шлема сразу броник. Так, бежит. И снова фиолетовый. Не, реально, все, у меня даже мысли заканчиваются. Что, блин, еще такого можно сделать? Чтобы хотя бы 5-й комплект, но раздобыть. Давайте попробовать до 2-го магазина сходить и до мелких босиков сбегать. Но с тех-то шанс еще меньше. Ладно, последняя попытка. Надеюсь, может быть там хотя бы на что-то-то повезет. Поехали. Просто с такой удачей захотеть как бы 3-й раз в бой, чтобы опять пробежаться весь бой и остаться ни с чем, ну, как-то реально уже нет желания. Сейчас просто забираем их и спокойно идем к выходу. Хорошо, что хотя бы что-то по итогу сегодня получилось раздобыть. Как бы МКХ на топ-обвесе, а даже 2, то это очень круто.
Я же не один сейчас это вижу. Фига себе, там трупов лежит. Блин, хоть бы хотя бы что-то в этих трупах еще осталось. А в идеале файт вблизи и два типа сразу минусом. Еще и ботинок розовый. Нормальненько. Чисто подгон от игры в самые последние пару минут боя. Так, тут у нас в принципе все поместилось. Сейчас чекнем, что по трупикам. И кстати, там уже броник видно. О, четвертый стальной. Просто патроны. Может хоть тут что-нибудь осталось. Тоже расходники. Ладно, хотя бы за пушки спасибо. Но реально, в плане шмота это, по-моему, одно из самых плохих развитий голым соло. Но по пушкам все прекрасно. Так что можно спокойно идти к выходу. Поехали. Ну что, ребят, до точки сохранения остается уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет потихонечку заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся как обычно завтра. Всех обнял. Пока.